Всем доброе утро. Я из дома выходила сейчас, смотрю в окно, такое солнце, травка зеленая. Думаю, наверное, тепло, да? Ну ладно, надену зимнюю куртку. Надеюсь, мне не будет в ней жарко. Ха-ха, я замерзла сейчас за одну минуту, у меня уже руки обморозились. Тут такой ветер, причем он ледяной, абсолютно. Это жесть, ребята. Что это такое вообще? У меня голова замерзла. Знаете, отвечая на всеми любимый извечный вопрос, не холодно ли мне в этих джинсах, я могу сказать, что вот с такой дыркой уже холодно, а с этими нет. Но все имеет свойство состариваться. Походим с такой дырочкой. Сейчас поедем с Алишером на квартиру, нам сегодня должны привезти окна, еще по пути нам надо в банк заехать, и мы ждем одного человека, который очень сильно опаздывает, что меня раздражает, потому что окна должны привезти через 1:15, а нам надо мало того, что 40 минут ехать, так еще успеть в банк, а в банке может быть очередь. Мы едем за окнами, Рекс укачивает, на улице кажется, что жарко, на самом деле очень холодно. В машине жарко, она нагрелась на солнце, потому что я целый час была в банке. Я не знаю, как Алишер это вытерпел. Сидит довольный такой. Молодец. Мне пить сюда можно? Мы стоим в пробке, потому что там есть военная техника. Пошли на парад. Пошли на парад 9 мая. Пошли. А мы словили саморез. И пришлось ехать в шиномонтаж. Походу мы с тобой, знаешь, что не к 2 часам, а к 5 приедем. Танки поймали, собаку стошнило, гвоздь поймали. Поэтому я ненавижу летнюю резину. Она тонкая? Зимняя жесткая, такие шурупы. Трам-трам! Нам сделали гипрок, нам ободрали стенки и выровняли потолок. И запачкали линолеум. А собака в печали и в грусти, потому что ее стошнило по пути, и потом она всю дорогу еще слюнями капала. И она боится. Вот. Я сейчас тут перекушу, мальчишки съедут в магазин, и думаю, Алишер привезет меня к Марине. Я сегодня вот в своих драных джинсах. Надо доделать. Тюмо, блин. Каска вон как легла. Не идеально. Хотя больше меня беспокоит вот это. Надо еще один слой. А потом шкурить. Это совсем плохо. А, все в пыли. Фу.
слава богу, чистый. Мы нашли клад. Так, я хочу поехать в город на электричке. Вопрос. Ух ты, как все останавливаются. Она лежала. Вопрос, с какой стороны платформы электрички едут в город, а не из города? Потому что я не знаю, где билетная касса и почему тут стоит электричка на платформе. Для моей электрички еще здесь. Так, вот это билетная касса. А вот это та платформа, которая мне нужна. Ой, я нарушаю. Так, это библиотека и высотка. А еще высотки есть вон там. Ой, там Кита сидит. Какой хомяк! Ну ты хомяк! Хомяк! Какая ты клёвая! Ой, упала! Кто это валяется? Что? Это котяток ждёшь? Ну ты даёшь! Ой! Угадать, что мы сегодня будем есть. Что мы сегодня приготовили, Алиса? Какие сегодня? Ингредиенты? Сегодня мы приготовили фирменный мамин рецепт. Суши-набор. Главное, правильно наточить палочки. Да, палочки должны быть деревянные. Вот, на двух человек должно быть 6 пар. За пивончик, ребят. Походу, они решили, что мы из Чернобыля. Как-то странно, если ногами держать, то надо все равно 8 пар, если двумя руками и двумя ногами. Дай эту для соуса. А что так мало? Ничего себе мало. Спорим, она не доест? Давай для соуса, вот она. Давай. 50 грамм. Наливай. Не. Бармен ты наш. Это Олеся надо учить. А чё руки-то трясутся? Ла-ла-ла-ла. Чур мне 4 набора палочек. Я с собой заверну, я так чувствую. Бай! Кофе есть. Что, кошку тоже будем есть? Ой, какие гладкие, ну-ка места полировали. Скорее есть! Have you ever felt? Are you listening? Damn. Поликонтор. Ешь, да?
Алиса издевается над моей кошкой. Нет. Судя по выражению морды. Давай я тебя положу обратно, а ты опять сделаешь мурму. Тебе так больше нравится, да? Ой, она опять мурмур говорит. Ей нравится лежать именно вот так. Какая ворнушая. Слышь, у тебя носочки запачкались. Марина, тебе сейчас не для всех носков. Еще один кадр для дебильной фотки на обложку. Марина хотела нарисовать красивый сертификат. Художник от слова худо. Марина нарисовала фотошоп Марине в помощь. Марина, может быть, это автопортрет? Вряд ли. Чей это где-то портрет? Где ты такое видела, Марина? Ну, явно не у меня. Ну вот, взяла все стер... Могла бы сохранить и на стенку повесить. Я тебе еще нарисую, не переживай. Повесишь, подарю тебе два серии. Как нарисовать рамочку? Наконец-то я еду домой. Алишер меня так долго не забирал. Сейчас уже час ночи. Меня реально вырубает просто от того, насколько я устала. Я последние дни постоянно не высыпаюсь. И вот я надеюсь сегодня лечь вовремя, и все равно. А завтра мне надо смонтировать блог за вчера, за сегодня и еще рецепт. Я не могу, у меня не получается каждый день выкладывать блоги, только через день и по два сразу. Когда мне сегодня было это дело? Некогда, весь день. Не дома, бегала. Но завтра время будет. Завтра в кино пойду. Мы идем на Мстителей. Are you listening? Damn. Все, ребята, сейчас без 22, и я наконец-то ложусь спать. Ура! Когда Рекса приглашает меня поиграть, потому что она весь день была с Алишером на нашей новой квартире, а я без нее ездила работать к Марине. А, Рекса, ты мне ушами отбила ногу. Чё я заикаюсь через каждое слово? Я устала. В общем, все. Всем до завтра. Завтра мы с вами пойдем в кино.